Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашого гостя. А гость у нас – заступник начальника управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків УМВС України в Миколаївській області, підполковник міліції Віталій Петрович Сологуб. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. В нашій студії, як і завжди, є номер телефону. Ми працюємо в прямому ефірі, тому якщо ви хочете поставити своє запитання нашому гостю, будь ласка, телефонуйте 76 92 42. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. А говорити ми будемо про роботу цього підрозділу і операцію МАК. Віталій Петрович, давайте спочатку ви нам розкажете, чим займається управління, скільки у вас відділів, які у вас сотрудники і що ви хочете бачити ваших сотрудників для того, щоб їх робота була якісною. Добрий вечір всім. Значить, в структурі обласного управління міліції создано и работает управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Основной задачей управления является это документирование квалифицированных составов преступлений. То есть это сбыт всех подконтрольных веществ, это наркотики, психотропы, сильнодействующие, ядовитые вещества. Это документирование факта предоставления помещений для употребления наркотиков, притонов, это вовлечение и взрослых, и несовершеннолетних в употребление психоактивных веществ, это нарколаборатории, это отмывание денег. И, будем так говорить, в последнее время опыт показал, что это немаловажная составляющая нашей работы, и мы в последний год основной упор также на это делаем, это профилактика совершения наркопреступлений. То есть опыт работы нас подвинул к тому, что необходимо нам выходить и доносить до молодых людей ту опасность, которая влечет за собой незаконное употребление психоактивных веществ. Потому что, общаясь с молодыми людьми, мы очень часто сталкивались с тем, что они не осознают тот вред и ту опасность, которую влекут за собой и психоактивные вещества, и наркотики. Поэтому в последний год мы активно выезжали во все учебные учреждения и на словах, в видеосюжетах, с примерами доносили до молодых людей тот вред. То есть мы не ограничивались только словами, что это плохо. Мы им демонстрировали видеосюжеты последствий употребления данных психоактивных веществ. Коллектив управления, будем так говорить, небольшой. На сегодняшний день он составляет 38 человек. Это наши сотрудники в управлении, в городе и в районах области. Но, вы понимаете, борьбой с незаконным оборотом занимается не только управление. Наша задача – это квалифицированные. Остальные составы преступлений документируются всеми сотрудниками органов внутренних дел. А можно какой-нибудь пример? Вот, допустим, вот правильно мы понимаем, да, что наркоман, да, человек, употребляющий наркотики, да, он в состоянии, допустим, наркотического опьянения или, допустим, стремясь, так сказать, заработать себе деньги на покупку очередной дозы, совершает кражу. Да. Допустим, это относится к вашему управлению или к другим подразделениям? Или вместе? Будем так говорить. Если это выявлено сотрудниками нашими, то мы документируем до конца этот состав преступления. Если это выявлено сотрудниками, например, уголовного розыска, то, естественно, так как это лицо, допускающее немедицинское употребление наркотических средств, естественно, нас интересует вопрос уже в беседе с ним, откуда, как, почему это все начиналось. То есть, где он приобретал, раз он был в состоянии опьянения. То есть, какой промежуток времени. Естественно, мы информируем и сразу же органы здравоохранения, потому что он должен быть на учете, и за ним должны также наблюдать медики, потому что, будем так говорить, наркомания – это болезнь. Основная опасность, да, от лица, которое ищет наркотики, ну, есть определенная, но большая опасность от тех, которые вовлекают в употребление, потому что не зря существует понятие «наркобизнес». То есть, раз есть бизнес, должен быть потребитель, а раз должен быть потребитель, то его активно будут искать лица, осуществляющие сбыт.
То есть вот этими вопросами мы уже конкретно занимаемся. То есть, будем так говорить, есть определенная специфика документирования состава преступлений, потому что того же самого сбыта наркотических средств или нарколабораторий. Сотрудники проходят определенное обучение, то есть нужно иметь определенные навыки. Мы не занимаемся документированием фактов хранения у лиц, которые допускают немедицинское употребление наркотиков. Этим занимаются определенные другие службы. Наша задача – это квалифицированные составы. То есть у вас идет, в принципе, полное взаимодействие, ну, практически со всеми подразделениями, да, которые входят в управление. То есть есть, будем так говорить, малолетние, несовершеннолетние, есть определенное подразделение. Есть лица, употребляющие немедицинское употребление, то есть это они попадают в сферу, ну как, на деятельности нашей, уголовного розыска. Есть, будем так говорить, факты вытока с легального оборота подконтрольных веществ. Это, естественно, и наша служба по борьбе с экономическими преступлениями. То есть есть наружные службы. Естественно, они обучены определенным навыкам, имеют определенные навыки выявления лиц, которые пребывают в состоянии там, наркотического опьянения или ведут себя в определенных моментах неадекватно. То есть возникает вопрос, почему. В плане проведения каких-то профилактических мер, понятно, что вы сотрудничаете с управлением образования, естественно, да. Раз вы уходите в школу, учебные заведения, училища, высшее, может быть, учебное заведение. А какие у вас отношения, допустим, с реабилитационными центрами, которые у нас есть в нашей области? Вы с ними поддерживаете отношения? Это помогает вашей работе? Это, в принципе, достойные партнеры для вас? Или есть с ними какие-то проблемы? Значит, будем так говорить, мы приветствуем любые методы выведения лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических средств, с этой беды. То есть у каждого реабилитационного центра есть определенные методики работы с данными лицами, выведения их из состояния там, физической зависимости, психологической зависимости. Потом же немаловажный аспект – это, будем так говорить, на сегодняшний день молодой человек не употребляет наркотики, но он должен чем-то заниматься, он должен быть огражден от той компании, которая его вовлекла. То есть с определенными центрами, да, мы работаем, у нас и мы приезжаем к ним, и совместные профилактические мероприятия мы с ними проводили. То есть определенные центры там готовят спектакли, определенные центры... Источник да. В Очакове, да. Определенные центры – это спорт, определенные центры – это религия, определенные центры – это там больше медицинский уклон. Мы приветствуем и работаем со всеми центрами. Главное, чтобы был эффект. Каким образом он или через спорт, или там, через медицинские аспекты будет достигнут, это уже второй момент. Главное, чтобы молодого человека вернуть уже к достойному образу жизни. Потому что, к сожалению, употребление наркотиков – это два аспекта. Или места лишения свободы, и обязательно и разрушенная семья. И второй аспект – это, к сожалению, кладбище. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Хотелось бы от вас, Виталий, узнать, сколько у нас в области выгнано работников милиции, которые занимаются сбытом наркотических веществ? Сколько у нас лиц занимается сбытом? Я понял вопрос. Да? Количественный состав. Может, я чуть его по-другому. Какая-то статистика, наверное, присутствует. Нет, да, я его чуть по-другому этот вопрос услышал. Да. Если я правильно его услышал, сколько сотрудников милиции выявлено, которые осуществляли сбыт наркотиков. То есть это уже внутри, да. Слава Богу, на сегодняшний день, в этом году, ни одного сотрудника. Понимаете, будем так говорить, милиция – это отражение общества. Общество у нас неоднородное, и, к сожалению, в милиции есть, я не побоюсь таким выражением ограничиться, подонки тоже. Да, в том году у нас было выявлено 3 сотрудника службы, которые совершили преступления. Некоторые из них, да, осуществляли сбыт наркотиков, некоторые задержаны за другие криминальные правонарушения. Мы ведем работу в этом направлении и очищаемся от недостойных лиц. Лукавить и сказать, что такого не бывает в службе БНОН. Оно бывает во всех отраслях, и, к сожалению, милиция не исключение. И для этого создано в структуре МВД подразделение внутренней безопасности, которое отслеживает эти моменты. Мы в том аспекте, в котором, возможно, также контролируем эти моменты и избавляемся от нерадивых сотрудников. Есть служба безопасности, которая этим занимается. Поэтому, слава Богу, я не знаю,
или это наше достижение, или это неработка других, но в этом году ни одного сотрудника. А насколько вообще вот меняется количественный и качественный состав ваших сотрудников? От чего это зависит? То есть это люди, которые много лет работают, или все-таки идет обновление, естественное обновление? Возможно, вот как раз такие случаи, так сказать, горькие, тоже способствуют этому обновлению? Ну, в подразделении службы БНОН, если брать по возрастному аспекту, то на сегодняшний день, будем так говорить, на сегодняшний день костяк составляют это сотрудники от 25 до 35 лет. Это средний возраст. Естественно, да, я в этот возраст не вхожу. Но вы же начальник, правильно, вы должны быть более опытным. Основной возраст – это от 25 до 35 лет. И, будем так говорить, раз это 25 лет или даже те 30 лет, да и я не цураюсь этого, мы постоянно проводим обучение своих сотрудников, потому что, ну, будем так говорить, и законодательство изменяется, и лица, которые совершают наркопреступления, не стоят на месте, а постоянно используют новые методы сбыта, доставки, изготовления. То есть для того, чтобы их документировать, необходимо постоянно учиться и еще раз учиться. То есть, и, как говорят, мы своих сотрудников постоянно обучаем этому моменту и доводим до ведома, что, будем так говорить, сотрудник милиции на передовой, и он виден для всех жителей города Николаева, поэтому он должен вести себя достойно и не ударить лицом в грязь и показав свою неопытность. Потому что это очень иногда плачевно заканчивается. Если у нас останется время, обязательно еще поговорим о том, что вот как выглядит это ваше обучение, да, может быть, есть какие-то центры обучающие, может быть, это ваши сотрудники, может быть, это наставничество. Поговорим об этом. Давайте вернемся к операции МАК, вернее, начнем о ней говорить. Что это за операция, ее цели, как она реализуется? Значит, Министерство внутренних дел каждый год проводятся оперативные профилактические мероприятия под условным наименованием МАК. Ну, это только условное наименование МАК. Основная задача этой операции – это выявление дикорастущих и посевов мака и конопли. Это выявление фактов незаконного выращивания того же самого мака и конопли. Основная цель – это в чем? Выявить и уничтожить. То есть, чем больше мы выявим незаконных посевов, в том числе и дикорастущих, тем меньше этого наркосырья поступит в тот же город или в другие города. То есть из этого сырья уже будет меньше изготовлено наркотических средств. То есть меньше наркотиков попадет к молодежи. И в процессе проведения этой операции мы основной упор делаем на, естественно, на приусадебные участки, садовые участки. Это сельскую местность в нашей области, потому что, будем так говорить, опыт прошлых лет показал, что в Николаевской области достаточно много выращивается такого растения, как конопля. Мак может более свойственен другим областям, но для Николаевской области основная беда – это конопля. И мы только в прошлом году более 17 тысяч растений выявили и уничтожили. Ну, я так думаю, это определенный процент из того, что выращивалось. И, как говорят, в своей работе мы постоянно использовали и работу с населением, и пытались довести эту проблему и простым гражданам, и председателям сельских советов, и органам власти, что, будем так говорить, выявление наркопосевов, да, это задача милиции, но, как говорят, в этом должны принимать участие все, потому что, к сожалению, наркотик не выбирает, это дочь учителя или сын генерала, это беда для всех. И чем больше мы выявим и уничтожим, тем меньше этого зелья попадет к молодым людям. В процессе проведения операции мы также и в этом году будем использовать малую авиацию и, как говорят, будем находить возможность привлечь разные варианты малой авиации. Мы также используем и наши оперативные возможности, и, будем так говорить, в определенных районах мы были благодарны
и помощникам депутатов разных уровней, и депутатам за то, что они оказались неравнодушны к этой проблеме и помогли выявить определенное количество посевов, которые были укрыты. Потому что, будем так говорить, любой житель сельской местности, или неважно, это доярка или тот же помощник депутата, он прекрасно понимает и знает, где это есть. Но очень многие считают, лучше я промолчу, моя, будем так говорить, хата с краю. Меня это не коснется. Но потом, как говорят, кусают локти, потому что у каждого есть дети, внуки, племянники, неважно, кто это есть. И нельзя в этой проблеме, в этой беде быть в стороне. Я так понимаю, что сроки проведения операции – это, в принципе, все лето, да, до самой поздней осени? Вот май-сентябрь. Май-сентябрь, ну, да? Это, будем так говорить, средний период, когда оно цветет, созревает и убирается. А есть, ну, опять же, да, вот по центральным телеканалам, да и у нас тоже были сюжеты, когда мы работаем или выезжаем вместе с милицией на какой-то объект, да, это бывает, что это вот какая-то очень такая скромная себе бабушка в селе, и у нее на огороде тут вдруг выявляется вот такое вот невероятное количество вот этого наркотического растения. Наверное, в принципе, понятно, что это не она сама это выращивает, да, может быть, она это делает за деньги, предоставляя свой участок огорода, потому что пенсия маленькая, там, ну, куча-куча причин, да, огромное их количество. Какая ответственность ее, да, как хозяйки вот этого кусочка там, где выращивается? И если вот выявлен тот человек, который попросил ее, скажем так, сдать в аренду свой кусок огорода? Это вы ответите немножко попозже. Сейчас вот я вижу, у нас звонок есть. Здравствуйте, слушаю вас. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Я просто знаю, что когда-то, совсем недавно, были отделы по борьбе с наркотиками в каждых районах Николаевской области. Вот, и были отделы по борьбе с наркотиками в городе Николаеве, Центральный Ленинский заводский корабельный район. Сейчас эти отделения все посокращали. Практически людьми, специалистов, которые будут бороться по наркотикам, остается очень мало. Им сказали искать свободные места. Вот. И смотрю, уже по Заводскому району со стороны Ялт начинает потихонечку прохаживаться наркоман. Спасибо. Да, согласно приказу, штатная численность службы БНОН в этом году сокращена на 50%. Да. Будем так говорить, есть приказ, мы его исполняем. Да, в каждом районе был минимум хотя бы один сотрудник МНОН, который профессионально был обучен и занимался этим направлением деятельности. На сегодняшний день, я, ну, ранее еще говорил, что на сегодняшний день штатная численность службы составляет уже 38 человек. Это по всей области? Это, да, на всю а в городе область. Сколько у вас, допустим? Ну, в городе, в районах города подразделения, сектора, отделения БНОН сокращены. На сегодняшний день у нас только осталось в городском управлении подразделения БНОН. Ну, я думаю, будем так говорить, для города есть управление областное, есть управление города. Я думаю, мы сможем работать в современных реалиях с учетом того приказа, который мы исполняем. В сельской местности, да, могут возникнуть определенные вопросы, но, будем так говорить, в районах области есть органы внутренних дел, в которых есть сотрудники других служб, и мы будем мониторить и выезжать работать в районы области, и органы внутренних дел, которые существуют, будут получать от нас и методическую, и практическую помощь. И на сегодняшний день мы вышли на наше управление в Министерстве внутренних дел, описали ту ситуацию, которая сложилась и в дальнейшем может сложиться. И я очень надеюсь, что все-таки мы вернемся хотя бы процентов на 80-90 к той штатной численности, которая была ранее. Потому что, ну, будем так говорить,
Борьба с наркоманией – это актуальная проблема на сегодняшний день. Возвращаемся к мере ответственности. Вот что, какую ответственность несет человек, который предоставил свой кусок огорода для выращивания определенного количества растений, и тот, который инициировал это? Значит, ну, давайте начнем постепенно. Значит, да, есть бабушка. Ну, я так надеюсь, что некоторые бабушки сейчас смотрят. У каждой бабушки есть, будем так говорить, внук, правнук. Я надеюсь, она все-таки подумает в этом аспекте, что да, пенсия мала, но зарабатывать на горе других – это неверно, это неправильно. Ну, будем так говорить, может, я не совсем сейчас как в своей должности скажу, но, будем так говорить, Бог все видит, и Он покарает со временем. Ответственность. У нас есть и административная, и уголовная ответственность. Я не буду останавливаться на количестве, на видах. Выращивание снотворного опийного мака и любых видов конопли – это противозаконно. За это предусмотрена ответственность, это есть правонарушение. И если этот факт будет выявлен, то однозначно эта бабушка понесет ответственность. Будет ли это уголовно или административно – это другой момент. В принципе, Это зависит от количества того, что там выращивается? Да, это зависит и от количества, и от некоторых других факторов. Угу. Ну, рассказывать, сколько выращивать ее нужно. Если, не дай Бог, наступит такая ситуация, главное, что есть ответственность. И в том числе административно, это тоже, будем так говорить, простым языком бьет по карману. Это ответственность, и я так думаю, той бабушке не придется ни одну пенсию отдать, чтобы компенсировать этот момент. А вообще штрафы есть какие-то ограниченные, то есть минимум и максимум, ну, или средняя цифра? В принципе, есть от минимума до максимума штраф, есть там, будем так говорить, от 10 до 30, от 18 там, до 100, от 150 до 500 минимальных необлагаемых минимумов, доходов. Но это уже, понимаете, вторично. Главное, что это есть правонарушение. И правонарушение административное, уголовное, это не важно. Другой аспект, что, будем так говорить, если это не бабушка, а другой какой-то человек, то, будем так говорить, это печать на всю жизнь. Потому что этот человек будет в поле зрения нашим, этот человек будет в поле зрения других служб. И в определенных моментах это будет постоянно, будем так говорить, всплывать, что этот человек совершил правонарушение. Да, приступил закон. Приступил закон, и это наркоправонарушение. И, будем так говорить, наркоправонарушение, не совсем многие люди захотят в дальнейшем потом общаться с этим человеком или даже взять к себе на работу, если это позволит закон. Человек, который попросил эту бабушку вырастить, ну, будем говорить таким образом, это уже задача наша, выявить того человека, который попросил эту бабушку, потому что это уже дальше идет как квалифицированный состав преступления. Бизнес, да, это уже тот же самый наркобизнес. На этом заработает гораздо больше, чем... Да. Да, есть по привычке, все мы помним еще предыдущие времена, когда на приусадебных участках там выращивали там какое-то количество мака, там на маковей, там для булочек с маком, но на сегодняшний день это все незаконно. И можно пойти купить эти семена и приготовить определенное количество той пищевой промышленности. А вот, продукции. Кстати, вот то, что продается, да, в пакетиках, вот эти семена мака, которые мы покупаем, да, допустим, там перед Пасхой и так далее, или кто любит рулеты с маком, это выращивается где-то, это предприятие, да, на Украине, то есть они как-то регистрируются, это государственное там или частное предприятие, значит, но с таким родом деятельности. Я понял. Правильно? Законодатель на сегодняшний день в Украине разрешил, независимо от формы собственности, субъектам хозяйствования при наличии лицензии и выполнении определенных требований лицензионных, осуществлять культивирование мака или конопли. Мака для производства семян, конопля, там идет уже масла, пенька, уже неважно какой момент. Также у нас законодательно разрешено культивировать наркосодержащие эти растения для медицинских целей, но это уже занимаются другие субъекты хозяйствования. А в нашей области есть? На сегодняшний день в Николаевской области нет ни одного субъекта хозяйствования, который имеет право культивировать мак или коноплю. И я, ну, как говорят, думаю, что это, как говорят, повезло Николаевской области. Да, законодательно предусмотрено выполнение определенных лицензионных условий, меры охраны и все остальное.
Да, у нас были субъекты хозяйственные, которые ранее осуществляли культивирование, и мы обеспечивали сохранность этих посевов для того, чтобы потом уже получились эти семена мака, которые бы в дальнейшем реализовывались субъектом хозяйственным, которые их использовали для определенных целей. Но на сегодняшний день я официально заявляю, что нет ни одного субъекта, который имеет право культивировать. То есть все, что есть на территории Николаевской области, мак или конопля, мак снотворный, это все незаконно. И за это будет ответственность. Так вот потихонечку-потихонечку мы уже подошли практически к концу нашей программы, к его окончанию. Вам есть что сказать? Обратитесь, пожалуйста, к нашим телезрителям. Вот. Значит, я хотел бы чуть-чуть отойти от темы операции мак, потому что мы ее уже обсудили, то, что необходимо, я сказал. И хотел бы обратиться к родителям. Понимаете, ну, опыт моей работы и опыт моих выступлений в учебных учреждениях, это школы, техникумы, колледжи, высшие учебные заведения, показал, что молодые люди не осознают ту проблему, с которой они столкнутся, если начнут немедицинско употреблять психоактивные вещества. И немаловажную роль в этом должны играть родители, которые должны довести до молодых людей, что наркотик – это опасно, наркотик – это вред, наркотик – это смерть. И, может, я не совсем сейчас корректно скажу, но у молодого человека наркоман должен ассоциироваться с грязным бомжом. То есть какой-то должен быть предел. Безопасных наркотиков молодой человек должен тоже понимать, не существует. Это все глупости. Легкие наркотики, нелегкие наркотики. То, что у нас называется на сегодня легким наркотиком, законодательно отнесено к особо опасным наркотическим средствам. Безопасных наркотиков нет. Психоактивных веществ тоже нет. И родитель должен контролировать своего молодого человека, когда он пришел, в каком состоянии он пришел, посмотреть на его зрачки, на его поведение, на его речь, с кем он общается, он не должен этого цураться. И было как-то очень неприятно, ну или для меня, услышать от одного из папаш, что как это я буду втручаться в особисте життя моего підлітка. Нет, когда вы уже будете в той ситуации, когда он начнет употреблять наркотики, это уже будет поздно. Достаточно в аптечной сети продается тестов. Возьмите, купите тест. Есть сомнения? Пожалуйста, через мочу это все будет ясно. Посмотрите на его зрачки, расширены, сужены. Посмотрите, есть ли замедленность в речи, есть ли изменения в ритме жизни, есть ли изменения в поведении, в том, которое для вас привычно, есть ли изменения в питании у него. Посмотрите, ну, как он себя ведет, закрывается от вас, старается спрятать свое оголенное тело. Потому что потом вы будете очень жалеть об этом. Понимаете, понятие наркобизнес, это не зря оно существует. И, к сожалению, ни в одной стране, даже где есть смертная казнь, не победили проблему наркомании. Да, она может не в том аспекте, в котором в Украине, но... Спасибо большое, спасибо. Да. Я надеюсь, что ваши советы действительно будут восприняты родителями, которые нас сейчас смотрят так, как это должно быть. Спасибо вам за те, що ви були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами цей час. Любіть один одного, довіряйте один одному, будьте зі своєю близькою людиною якомога відвертішими. І тоді і вона буде такою ж відвертою з вами. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.